Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Мои домашние хлопоты». И сегодня мы с вами занимаемся растениями. У меня в доме появился вот такой вот цветок. Это спатифилум. Он появился у меня вот в таком вот страшненьком горшочке, слегка расколотом, в довольно-таки запущенном состоянии. Здесь явно был залив. В общем, здесь был явно неравномерный полив. Его и заливали, и засушивали. И, ну, в общем, хорошего ухода у этого цветочка точно не было. А ведь этот цветочек называется не только спатифилум. Это цветок называется женское счастье. И сейчас мы попробуем с вами привести этот цветок в порядок. Ну, глядишь, и мне женское счастье принесет побольше. Вот, итак, спатифилум. Это растение, которое очень любит восточные подоконники. Потому что там и светло, и не жарко, и довольно-таки ярко, но нет прямых солнечных лучей. Это цветок, который любит влажность в воздухе. Он любит температуру 21-23 градуса. Но если вдруг вы решили выращивать его на южном подоконнике, то ему необходимо затенение. Он не любит прямых солнечных лучей. Он не любит, когда его заливают, и его листья сразу приобретают вот такие вот формы. Он начинает темнеть на конце. И также он не любит, когда его засушивают. В общем, как любое другое растение, он любит уход. Итак, да, и, кстати, он не любит очень большой посуды. И вот я сейчас приготовила горшочек, а потом немножко засомневалась, возможно, он даже будет великоват. Но, ладно, мы попробуем его посадить в этот горшочек. На дно горшочка я положила дренаж. Сегодня у нас это будет крупная кора. У меня дома ничего больше под рукой не оказалось. Ну и в качестве дренажа крупная кора вполне подойдет. И сейчас я попробую вытащить его из этой емкости. Боюсь, будет... О, нет, не так уж и страшно, как я думала. О, у него он требовал, он просил пересадки. Конечно, ноябрь месяц это не то время, когда нужно пересаживать спатифилум, но у меня нет выбора. Оставлять его в таком виде я просто не могу. И вот сейчас мы посмотрим. Ха-ха-ха. Подойдет, что ли? Так. Здесь уже вообще ничего нет, только одни корни. Одни корни. И сейчас я попробую сделать так, чтобы они... Вот тут вот и дренаж был в этом горшочке. Вот мы его сейчас вытащим отсюда, этот дренаж. И у нас корни лягут поплотнее. Вообще земли нет, одни корни. Одни корни. Ну, тогда нам проще будет его посадить. Так, вот я убираю эту землю, которая высыпалась из середины цветка. Ну, тогда этот горшочек ему как раз. Горшочек ровно получается на 1 сантиметр по диаметру больше, чем тот, который был. По глубине он был немного, он немного короче, но поскольку здесь была странная посадка, то я вытащила весь дренаж и...
установила поглубже с пацифилом. И сейчас я просто добавлю сюда земли, грунт. Грунт я взяла универсальный. Дело в том, что цветочек у меня появился совершенно неожиданно. Я не успела подготовиться. Поэтому я возьму грунт универсальный. И засыплю его в этот горшочек. Так у нас с вами получилась просто перевалка. Я не делю этот цветочек. Мы переваливаем его из страшненького горшочка, в котором ему было явно неудобно, в горшочек, который чуть-чуть больше того, в котором он рос, ну и посимпатичнее слегка. Пацифилом нельзя углублять. Если бы мы хотели разделить его на несколько частей, то он просто размножается вот таким делением. Здесь, в принципе, можно было бы разделить вот эту косточку вот так вот пополам, и получилось бы два пацифилума, но мне пока этого не нужно. Пусть растет вот такой хороший, пушистенький. И я его просто перевалила из одного горшочка в другой. Так. Немного прижала я. Так вот постучу по нему, чтобы везде была земля. Ну вот и все. В принципе, мы его перевалили с одного горшочка в другой. Сейчас я его немножко обрежу, потому что есть засохшие листья. Горшочки. Он был глубокий, высокий. Ему было явно неудобно, потому что он узкий для этого растения. Этому растению нужен простор. Он любит вот такую вот свободу, чтобы хорошо проветривалось, хорошо пропускало воздух все вокруг. Ну, надеюсь, что такая вот поздняя осенняя пересадка на него не повлияет, потому что оставлять его в том виде, в котором он был, просто было невозможно. Итак, сегодня была такая вынужденная пересадка, спасение растения, которое называется специфилум или женское счастье. Сейчас я его полью, и пусть мое женское счастье принесет мне много счастья. Вот такой вот цветочек хорошенький у нас с вами получился, пушистенький. А то стоял какой-то прям заморож. Ну, теперь надеюсь, что он будет расти, цвести и радовать меня своими замечательными белыми цветочками. Будем ждать цветения. На сегодня у меня все. До свидания. Приходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И я буду рассказывать и показывать вам все, что знаю сама. А чего не знаю, научусь. До свидания.